Всем привет! Вы на канале Проши Мама! Добрый день! И сегодня мы с вами будем делать коррекцию дрины. Стричь Софийке волосики, подравнивать ей концы. Я вас научу, как в домашних условиях подравнять волосы девочки. Подравняем концы, посмотрим, сколько нужно обрезать. Но сначала мы подготовим волосы для стрижки. Сейчас мы моем голову Софии шампунем и бальзамом для легкого расчесывания, чтобы хорошо у нас прочесывались волосы и мы могли качественно сделать стрижку. Мы подготовили волосы, вымыли их хорошо, расчесали. Теперь можно будет приступать к самой стрижке. Мы берем расческу, чтобы можно было легко делить по зонам. Делим волосы на две части. Вы ставите девочку ровненько, чтобы она стояла устойчиво. Ножки должны быть на ширине плеч для устойчивости, чтобы она не переминалась с ножки на ножку. Ручки должны где-то быть опорой. Тогда ребенку будет стоять удобно, ее не будет шатать, и вы сможете легко и ровно подстричь концы. Теперь мы переходим к стрижке. У нас есть ножницы, у нас есть расческа с хвостиком. И еще нам понадобится вот такая вот расчесочка для оттяжки волос. Что мы делаем? Сейчас мы берем одну прядь с одной стороны и другую прядь с другой стороны. И оттягиваем ровненько. Смотрите, градус у нас нулевой. Вот здесь уже посеченные концы, их нужно срезать. Мы немножечко больше срежем. Прядь должна быть идеально натянутой, чтобы когда высохнут волосы, не было никаких заломов, не было прыжков вот таких вот в стрижке. Оттягиваем на нулевой градус, натягиваем хорошо прядку и срезаем. Вот такая получается линия. И затем переходим к следующей пряди. Здесь мы видим, что под низом находится у нас срезанные волосики. Это наш ориентир. Вот сейчас я вам покажу. Вот наши срезанные. И вот где нам нужно срезать. Мы опять натягиваем и равняем по той длине, где у нас уже были срезанные концы. И так прядь за прядью. Сейчас срезаем последнюю прядку. Посмотрите, какие ровные, хорошие концы. Какой ровный, красивый срез. Надеюсь, у вас тоже получилось, и вы останетесь довольны. Теперь осталось нам высушить волосы, и наша стрижка будет готова. Мы высушили волосы. Посмотрите, все концы ровненькие, нету посеченных. Тяжелый срез. Чем ровнее вы срезаете, тем волосы кажутся гуще и красивее. Софийка, посмотри на свои волосики. Вау, очень красиво. Спасибо большое. Да. Моя мама просто профи-мама. Обязательно напишите в комментариях, как у вас вышел результат, осталась ли ваша дочь довольна.
ждем. До новых встреч. Всем пока, мы вас очень любим.